Здравствуйте, товарищи. Мы тут собрались сегодня с Андрюхой оприходовать наш резонатор в проектное положение. Тут Андрюха, вон страшные какие-то свои агрегаты кислородные. Это очень важный агрегат. Взорвет к чертям собачьим. Видали, у него какая-то горелочка сейчас. Короче, мы сейчас гомырим. Делаем переходники, вот эти заглушки. Тут клапана. Да, клапан сейчас гомырим, спаяем. Все, Андрюха маньяк со своей мощным агрегатом. Припаиваем клапан. Что-то она у тебя, она зелененькая уже какая-то. Так и должно быть. Что зелененькое? Пламя. Так, запихиваем пробку сюда. Подобрали. Снаряд. Да. Дуло. Да. Подобрали по размеру, чтобы он нормально так отлетел, блядь. Да, как в кого-нибудь. Вот, главное навести его нормально, блядь. Вот флюс. Так, теперь все скользкое, мокрое, гладкое. Но... Все, резинку мы вставили. Сейчас мы ее будем затягивать. Так же, таким же методом, как и первую. Затягиваем, распирается. Вот она у нас что-то много. Ну ладно, тут, наверное, шайбу побольше надо было бы ставить. Ерунда, это все. Там расперлась. Точно? Ну ладно. Ну вон, видишь, шайба уже залезла. Угу. Так, сколько очков? 5. Че, пробуем? Пробуем. Зажигай! Махмуд, поджигай. Где зажигалка? Вот она, Федор. Выгибается, смотри. Ой. Лёня, короче, твой резонатор будет жить. Если мы его сейчас не... Вечно! Если сейчас не разорвет его. Пониже, погреем. Вот места изгиба греется. Там... Ну, видишь красный уже? Нет, это вот пониже, вот где изгибы. Изгибы погреваем, а пониже вот прям. Уже нормально. Давление, видишь, поднялось. В принципе, мы основное выпрямили. Конечно, хотелось бы большего эффекта, да, достичь. Да нет, вот ты вот такую вот херню уже воздухом тут это. Она, видишь, тут много жмков. Ну а и греешь, она моты красная, да. Не выправляется. Она, видишь, она даже видно, в одном месте выправляется, в другом наоборот уходит. И короче это. Так, Петя, бери руль. Так, берем. Правим резонатор от КТМа с помощью руля от КТМа. Что, идет? Дальше его засовывать. Не видно. Еще чуть-чуть усунь. Ну так, все, Петя, хорош. Смотри. Ровно. О, все. Огонь. Все, у нас все получилось. Можно было еще маленько до идеала довести. Мы не завод. Так что делать мы этого не будем. Нормально. Все. Короче. Резонатор
Почти как новый. Ну все на сегодня. До свидания, до скорых встреч, товарищи. Андрюхе спасибо. Он у нас главный по газам, кислородам, азотам и всяким пропанам.